Быть CEO значит сотрудничать и заботиться. Разве ты не должен быть на работе? Все ждут, когда я сломаюсь под давлением. Сейчас подходящее время представить стажеров? Эй, как ты успокоил эту собаку? Я дал ей печенье. У тебя всегда есть печенье. Ты хочешь одно? Кто решил включить меня в программу наставничества? У тебя 7 минут. Так как все началось. Я вижу себя властолюбивой личностью. Ты думаешь, что я такой? Думаю, тебе нравится, когда тобой командуют. Прости, я не хотел. Это было крайне неуместно. Твое поведение недопустимо. Правда? Если мы это делаем, нужны правила, с которыми мы оба согласны. Ты их заказал? Начнем с... Я говорю, что делать, а ты выполняешь. А если нет, на колени. Нет, что? На колени, сейчас же. Я... Это то, чего ты хочешь. У меня власть над тобой. Потому что одним звонком я могу лишить тебя всего. Тебя это возбуждает, когда все заканчивается? О, ты забыл ноутбук в офисе. Мам, можно Мэри останется ночевать? Я верю, что женщины у власти вели бы себя иначе. Хочешь остановиться? Я никогда не испытывал ничего подобного.